Здравствуйте, с вами Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании IATA. Код товара 38901. Набор на 122 предмета. IATA — это профессиональный бренд, который выпускает качественный инструмент. Сам бренд находится в Польше. Завод производства находится в Польше. Сверху на упаковке, на самом кейсе идет упаковка. Такой полноценный картон. Если кому важно на подарок, то есть хорошая полиграфия. 122 предмета, 2 рабочих квадрата, 1,4 дюйма и 1,2. Хромо-лебденовая сталь указывается. Гарантия на инструмент IATA составляет 1 год. С обратной стороны упаковочной коробки есть комплектация набора. И адрес, где находится завод по производству инструмента. Прокладка, которая ложится между двух крышек, тут она довольно толстая, поролоновая. И начнем мы с трещоток. 2 рабочих квадрата, 1,4 дюйма и 1,2 дюйма, большая трещотка. Здесь трещотки на 72 зуба, это мелкий шаг. Есть реверс на двух трещотках, право-влево подключение. Рукоятка, здесь плотная. Плотная резина, но, скорее всего, она самопластиковая, только сверху напыление идет резины. То есть резина-пластик. На трещотках есть логотип IATA и номер по каталогу. То есть в этом каталоге IATA вы можете найти эту трещотку вот по этому номеру, который на металле здесь выбит. Трещотки 72 зуба, трещотки разборные. 3 винта выкручиваете, можно обслужить внутри или заменить механизм трещоточный. И идут с изгибом две трещотки. В руках довольно удобно лежат. Длина трещотки под 1,2 дюйма у нас 250 мм. Маленькая трещотка 155 мм. Молоток. Деревянная рукоятка. Длина 300 мм, вес 300 грамм. И также даже на молотке у нас есть номер, по которому вы можете найти в каталоге IATA молоток. Удлинители. Под 1,4 у нас один удлинитель 150 мм. И под 1,2 у нас также один удлинитель 250 мм. То есть маленьких удлинителей 50, 100 мм, 125 на наборе нет. То есть по одному удлинителю для каждого рабочего квадрата. Также если вы снимете переходник с удлинителя 250 мм 1,2 дюйма, вы можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2. У кого есть дополнительная трещотка или вороток 3/8 дюйма, вы можете использовать головки из набора. То есть одеваете сюда головку и сюда вставляете трещотку. И также у нас переходник есть на удлинителе 1,4 дюйма. Переходник с 3/8 на 1/4. То есть также 3/8 дюйма есть трещотка. Можете использовать под 1/4 головки из набора. И если вы одеваете переходник на удлинитель, также на переходник этот на удлинитель, вы получаете Т-образные воротки. То есть 2 Т-образных воротка. 1/4 и 1/2. Так вот все универсально сделано. Карданы. 2 кардана, 1,4 и 1,2 для труднодоступных мест. Внутри металлические вставки или металлические стержни. Также на карданах и на всем инструменте логотип IATA и номер по каталогу. Набор Г-образных ключей шестигранных с шаром. Общее количество ключей в наборе. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ключей. 9 ключей шестигранных. Так, 2 свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Битодержатель отдельно идет. Под него в наборе есть биты. Вот такой вот комплект бит.
битодержатели, то есть из набора можно вынять его. Сюда вставляете нужную биту. И уже используйте или с воротком, или с трещоткой. Дальше я покажу. Комплект головок. Головки в наборе шестигранный профиль. Короткие, длинные и головки торкс. Головки короткие под 1,2 дюйма. У нас общее количество 15 штук. Самая маленькая здесь 12 мм. Самая большая идет 32 мм. Видите, внизу матовый цвет, сверху глянец идет. Ята CRV, хромонадевая сталь, номер 32 мм. Шестигранная. Вес головки составляет 220 грамм. Нелегенькая. Под 1,4 у нас 13 головок. Самый маленький размер у нас 4 мм. Самая большая головка шестигранная на 14. Это под 1,4 ряд. Головки длинные. Два ряда. 1,4 и 1,2 дюйма. Общее количество 12 штук. Самая здесь маленький, самый маленький размер 4 мм. Самая большая идет на 19. Это длинные. Головки торкс. Здесь их немного, только под квадрат 1,2 дюйма. 8 головок. Е10 у нас самая маленькая идет. Самая большая Е24. Это профиль торкс. Биты. В наборе идут биты под 1,4 дюйма. То есть биты, которые битодержатели, переходником используются под 1,4. И биты, которые идут уже с переходником, с адаптером, встроенные, также идут под 1,4 дюйма. Здесь их 22 штуки, нижние крышки. Верхние крышки, набор бит 10 штук, я уже показывал. Профили шестигранные, шлицевые, торкс и крестообразные. Так, в нижней крышке все показал. Теперь верхние у нас пассатижи переставные. 245 мм. Очень плотно вставляется инструмент в верхней крышке. Но это плюс, потому что он не будет у вас выпадать. Так, кусачки. Кусачки 170 мм. Рукоятки обрезиненные. Также ято, видите, логотип. Но здесь не просто краской нанесено, а пластиковые буквы монтированы просто в рукоятку, то есть впрессованы. Это очень важно, потому что есть дешевый инструмент, на котором даже пишут логотип, но даже он криво нанесен краской. То есть качественный инструмент сразу видно, когда вы открываете его. Даже вот по таким мелочам. Пассатижи 180 мм. Также ято. И ято здесь написано. И длинногубцы у нас. Пытаюсь их достать, потому что, плотно очень сидят. Длинногубцы, длина 170 мм. Набор комбинированных ключей. Общее количество у нас здесь 12 ключей. По размерам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 самый большой ключ. На 6 мм ключа в наборе нет. От 8 до 8, 18, 19 ошибка. 19 самый большой. То есть 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. На 8 ключ, самый маленький. Набор отверток, 4 отвертки у нас, 2 крестовые и 2 шлицевые. Хотел бы отметить очень удобные рукоятки. И если вы ложите на стол, где-то на СТО, она у вас не будет скатываться вниз, так как видите, она имеет угол. Наконечники здесь идут магнитные. Конечно, при отвертке.
Так, по комплектации набора все вам рассказал. Состоит кейс у нас из двух частей. Пластиковая зависа. Внутри металлический штырь. Запирание набора на пластиковой защелке. Также в защелках металлические вставки стоят. На защелках логотип ЯТА. Ну, тут мертво все держится, потому что видели, что даже некоторый инструмент я поддевал. Материал изготовления инструмента хромбонадиевая сталь. Гарантия на набор ЯТА составляет 1 год, кроме бит, которые идут в наборе. Биты — это расходный материал считается. Ширина кейса 50 см, длина 34, высота 10. Вес набора составляет 11 кг. Рекомендуем данный набор. Очень оптимальная комплектация у него. Гарантия 1 год. За подписку на канал, за оставленный комментарий. То есть оставляйте комментарий, ник или в заказе оставляйте. Подписался на канал, оставьте свой ник. И за это мы делаем хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.